полузащитник Павловской академии спорта Антон Поканинов. Антон, расскажи, прокомментируй момент гола, как получилось реализовать сегодняшние мячи. Ну, сегодня для нас первый тайм выдался тяжело, но удалось забить быстрый мяч. И во втором тайме команды соперников появились зоны, они подустали, и мы смогли забить еще 3 мяча. Но по своим 2 голам, но оказался в нужной позиции и реализовался момент. Как оценивали команду соперников, на что настраивали тренеры, с чего должны были ожидать и насколько соперники сегодня сыграли согласно вашим ожиданиям? Ну, перед каждой игрой мы разбираем соперника, учитываем их сильные и слабые стороны и используем эти наработки, так скажем. И за счет этого стараемся победить, то есть реализовывать свои моменты, не допускать ошибок, которые были в прошлых матчах. А уже просматривали игру с ЧГУ, то есть как играет команда из Грозного, какие ожидания, может быть, какой-то маленький прогноз? Тренерский штаб еще не провел разбор игры команды ЧГУ. Думаю, мы будем просматривать игру завтра и готовиться к ней.